Приветствую вас, дорогие мои! Тема этого видео – сильная молитва о помощи святому Власию Севастопольскому. Священномученик Власий известен своей праведной, благочестивой жизнью. Он был единодушно избран жителями и рукоположен во епископа города Севастии. Было это в царстве римских императоров, жестоких гонителей христиан. В то время святому Власию приходилось посещать заключенных и поддерживать мучеников. Многие скрывались от преследователей в пустынях и уединенных местах. Власию также пришлось удалиться на гору, где он уединился в пещере. К нему приходили дикие звери. Больных животных святитель исцелял, возлагая на них руки. Но прошло какое-то время, и убежище святого было открыто слугами правителя. Слуги донесли господину, что на горе скрываются христиане, и он повелел схватить их. Однако посланные нашли лишь севастийского епископа. Прославляя Бога, призывающего его на подвиг, святой Власий последовал за воинами. На своем пути святой исцелял больных и совершал чудеса. Римский император, встретив епископа льстивыми словами, назвал его другом богов. Святой ответил на приветствие, но языческих богов назвал бесами. Тогда его подвергли жестокому избиению и отвели в темницу. На другой день святого опять подвергли мучениям. Прошло какое-то время, и святой Власий снова был приведен к императору и вновь непреклонно исповедал веру во Христа. Правитель приказал бросить мученика в озеро. Святой, подойдя к воде, осенил ее крестным знаменем и пошел, как по суше. Обратившись к стоящим на берегу язычникам, святитель предложил им идти к нему, призвав в помощь своих богов. 68 приближенных слуг правителя пошли за святым Власием, но войдя в воду, они тут же утонули. Святой же, повинуясь велению явившегося ему ангела, вернулся на берег. Император был в ярости от того, что потерял лучших слуг, и приказал обезглавить святого Власия. Перед смертью священномученик молился обо всем мире, особенно же о тех, кто будет чтить его память. На сегодняшний день мощи священномученика Власия хранятся во многих странах Европы. Дорогие мои, давайте же и мы помолимся святому Власию о помощи. Молитву я буду читать 3 раза. Повторяйте ее за мной 7 дней, желательно вечером, перед сном, на пустой желудок. Молитва есть в описании к видео. Итак, если вы готовы, вы спокойны, у вас хорошее настроение, в таком случае пусть вера, надежда и любовь не покидают вас, а мы начинаем. О великий и славный помощниче наш и теплый заступниче, всем с верою притекающим к Тебе, святый священномученичи Власи. Призри от горня славы милостивым оком Твоим на предстоящие люди и умильно Тебе молящиеся. Простри теплая молитва Твоя ко Господу Богу нашему и спроси у Него прощения согрешений наших. Но еже избавитеся нам от всегубительной язвы, труса, потопа, огня, меча и вечной казни. Исходательствуй пред престолом Господа Вседержителя, немощным телесем нашим, оставление согрешений. Всем же чтущим честную память Твою, укрепление на дела благая. Не презри нас недостойных, молящихся Тебе,
предчестной иконою Твоею и просящих Твоей помощи и заступления. И спроси нам, всяя же ко спасению нашему полезная, да богоугодная Владыце, нашему Иисусу Христу, сдетворяще. Сподобимся молитвами Твоими наследовать и Царствие Небесное. Иди же вкупе с Тобою, прославим единого в Троице славимого Бога Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. О великий и славный помощниче наш и теплый заступниче, всем с верою притекающим к Тебе, святый священномученичи Власи. Призри от горня славы милостивым оком Твоим на предстоящие люди и умильно Тебе молящиеся. Простри теплая молитва Твоя ко Господу Богу нашему и спроси у Него прощения согрешений наших. Но еже избавитеся нам от всегубительной язвы, труса, потопа, огня, меча и вечной казни. Исходательствуй пред престолом Господа Вседержителя, немощным телесем нашим, оставление согрешений. Всем же чтущим честную память Твою, укрепление на дела благая. Не презри нас недостойных, молящихся Тебе предчестной иконою Твоею и просящих Твоей помощи и заступления. И спроси нам, всяя же ко спасению нашему полезная, да богоугодная Владыце, нашему Иисусу Христу, сдетворяще. Сподобимся молитвами Твоими наследовать и Царствие Небесное. Иди же вкупе с Тобою, прославим единого в Троице славимого Бога Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. О великий и славный помощниче наш и теплый заступниче, всем с верою притекающим к Тебе, святый священномученичи Власи. Призри от горня славы милостивым оком Твоим на предстоящие люди и умильно Тебе молящиеся. Простри теплая молитва Твоя ко Господу Богу нашему и спроси у Него прощения согрешений наших. Но еже избавитеся нам от всегубительной язвы, труса, потопа, огня, меча и вечной казни. Исходательствуй пред престолом Господа Вседержителя, немощным телесем нашим, оставление согрешений. Всем же чтущим честную память Твою, укрепление на дела благая. Не презри нас недостойных, молящихся Тебе предчестной иконою Твоею и просящих Твоей помощи и заступления. И спроси нам, всяя же ко спасению нашему полезная, да богоугодная Владыце, нашему Иисусу Христу, сдетворяще. Сподобимся молитвами Твоими наследовать и Царствие Небесное. Иди же вкупе с Тобою, прославим единого в Троице славимого Бога Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.
Дорогие мои, если у кого-то из вас есть такая возможность и желание, вы всегда можете материально помочь нашему каналу. Все реквизиты есть в описании под видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми в социальных сетях. А я вам желаю всего самого наилучшего. Здоровья вам, дорогие мои!